Впервые за всю свою работу чрезвычайный полномочный посол Японии в России посетил Ульяновский край. Рабочий визит был связан с открытием крупнейшего в стране завода по производству шин концерна «Бриджстоун». Сперва рано утром прямо с трапа самолета в аэропорту Ульяновск-Восточный делегацию из Японии встретил председатель правительства Александр Смекалин. Далее гости отправились прямиком на «Бриджстоун». Посол Японии поблагодарил губернатора Ульяновской области Сергея Морозова за поддержку в реализации проекта в регионе. Общие инвестиции в строительство и оборудование составили порядка 37 миллиардов японских йен. Далее гости из страны восходящего солнца проехали ряд предприятий промышленной зоны Заволжья, в том числе ДМГ «Море» и «Таката». Ваш край, и на меня очень сильное впечатление, и некоторые пункты я хочу обращать внимание. На первый, большой потенциал сотрудничества между Японией и Россией, и между именно в этом Ульяновской области, экономическом смысле. У вас сегодня открыли завод в Бриджстоун, это очень хорошее. Но нами уже к тому же уже 3 завода есть и уже открылись 27 заводов. Такой большой потенциал. Это благодаря усилиям самого губернатора господина Морозова. И тоже усилия все сотрудники. В завершении дня делегация посетила центр музея Гончарова, где сотрудники музея провели для гостей экскурсию по экспозициям и рассказали множество интересных фактов о нашем родном крае. Дарья Судрева, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».